Белочка беременная пришла. Насыпал я туда орешки, пока кормушки вешал тут. Злодейка какая. Повесил я кормушки две. Не знаю, сколько они провисят. Но тут все было пусто. Кормушку почистили мне вот это все. Все высыпали оттуда. Я сейчас заново насыпал все. Я не думал, что здесь это самое высыпет все отсюда. Взял мало семечек взял. Мало орехов. У меня, кстати, сейчас проблема уже будет с этим. На что покупать? Но главное это вредители. Сидели всю зиму. При минус 25-27 тут никого не было. А сейчас как потепляло, что-то они повылезали из-под снега, вредители эти. А белки, я не знаю, сколько, когда, ну, или в субботу вечером тут все выгребли из кормушки, или воскресенье утром. То есть белки два дня не ели, скорее всего, которые ходят сюда. А тут у них сложился вокруг кормушек свой биом этот. Белкам больше некуда идти, чтобы поесть. Никто их не кормит. Мне говорят, кормушки твои сорвем, другие будут кормить. Ну какие другие? Тут кто мешает сейчас в данный момент другим кормить? Полно деревьев, вешай и корми. Это место не белище, сразу говорю. Пришла поесть, говорит, я пришла. Солнце. Тебе орешек, что ли, дать? Дай, говорит, орешек мне. Солнце. Иди сюда. Ну-ка. Орешек, да. Побежали. Это некоторые не понимают, но кормить белок это тяжело. Еще одна белка здесь. Тяжелая работа. И это очень дорого. Никто не будет здесь этим заниматься. Сразу говорю, кормить белок это дорого. Если бы мне подписчики не помогали бы, ничего такого не было бы. Вот они, пластиковые кормушки. Тут деревянные есть, а пластиковые кормушки самые востребованные здесь. Их как раз и срезают все время. Какие-то злодеи. Вот я только повесил, только насыпал, и белки уже прибежали сюда. Напомню, что тут не только белки кормятся с этих кормушек. Синицы, голуби подбирают, что остается. Дятел прилетает. Мыши тут вокруг, тут целая колония мышей, наверное, живет здесь вокруг. Мышей жалко, они гибнут десятками после дождей. Мышей надо подкармливать. Их тут все едят. Совы всякие, ястребы. А это дикие белки сюда прибежали. Моих пока нету. Ну ладно. Тут собачник подошел. Ну все.